Хей, гайз, мы шмаки, мы продолжаем пройти игру под названием Detention. Клики, которые вы слышите, это моя мышка. Она реагирует на клики, как и когда я нажимаю пробел. Это во всех играх. Я же виноват, что микрофон довольно чувствительный. Он не будет реагировать на другие. У меня мышка, вот. У меня получается коробка. На коробке стоит микрофон. Микрофон в скобочках веб-камера. То, что вместо микрофона я использую веб-камеру. Мышка у меня находится немножечко справа. Клавиатура ниже. Ну, короче, вы поняли, надеюсь. Поэтому полетели. Так, подождите, с чего мы начнем? А давайте начнем с того, как мы сюда пришли. То есть мы пойдем сейчас с вами обратно. Слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Тут ничего нет. О, я узнаю эту куртку. Она принадлежит мистеру Гао. Мне стоит взять эту свечу с собой. Она осветит мне путь. Ведро заполнено мусором. Раньше я восхищалась знаменитостями. Думала, что работы круче не придумать. Теперь я хочу просто оставить все позади. Так, вентиляция. Заметьте, что она все еще... Мертвая мышь. Неудивительно, что тут такой противный запах. Добавлен журнал заметки книжный клуб. Так, книжный клуб, да. Записка с обсуждением. Эй, я слышал, учитель открыл клуб для студентов и читают запрещенную литературу. Серьезно? Я думал, что книжный клуб для учебы. Опа, вот оно что. Походу они что-то прочли запрещенное. Так, и как я и говорил, сначала пойдем с вами на улицу, проверим все. А у меня свеча может потухнуть, так ведь? Мне нравится, что здесь могилы стоят. И свеча не гаснет под огнем. Это построили, это святилище. Здесь поклоняются божествам. Я не узнаю ни одного из них, кроме бога земли. Что это возле курильницы? Так, а, под ключом лежит записка. Что это? Так, рисунок встречи с неприкаянным. Найден в святилище. Похоже, это страница из детских книжки. Не пугайся, если столкнешься с неприкаянным. Просто задержи дыхание и быстренько иди прочь. Понятно. Найден в святыне бога земли. Обычно мистер Гао держит его при себе. Так, тропа вниз исчезла. Как я могу долго удерживать дыхание? Типа ограничение упало, типа сразу рот закрыл. А давайте я специально. Все здесь типа нету, типа что, меня схватили, допустим, так,
А потом оп, сделали вот так. О, в смысле, я на мосту? А, тогда дорога была закрыта. Странно. Ха. Ха, призрак убежал, он испугал. Стоп, а тогда же тропинки не было. Как я сюда попал? И почему я не могу отсюда уйти? Ведь воды уже... Ну, тайфуна этого уже нету. Раз это не логично? Странно. Дорожки, которой нету, теперь дорожка. И я собираю их все. Очищаю от скверны мира. Дорога разрушена, пути назад нет. А чем эта старушка говорит? Река жизни течет, вбирая в себя души. И разливается. Блять, у меня ногу. Прошлое скрыто туманом. Не позволяй ему заставлять тебя... застилать тебе глаза. Молодые уходят, а старики угасают, оставляя нам лишь пустой мир. Дай записку, старуха. Ты что же призрак? Ну что ты за призрак? Мне вот интересно, вот она перешла, она вместе со мной переходит сюда? А, нет. Короче, игра только мышкой. Хе, одна рука свободна. И я собираю их все очищать от скверны. Странная бабулька. Окей. В ночи слышится едва различаемая песня, какофония смеха, которая эхом разделяется в твоих мыслях. А, не хочу с ней разговаривать, я лучше свалю отсюда нахер от этого призрака. Тьфу на нее. Я только не понял, почему у меня персонаж сам бежал, когда я мышкой даже не контролировал. Так, ладно, поднимусь на сцену к нему. На выступление. А, я не могу. Странный малый. Я хочу проснуться от этого кошмара. Двери заперты. А, вон оно что. Этот ключ должен подойти. Понятно. Эссе, которое я написала на втором году обучения. Когда они последний раз обновляли эту сводку? Комната мистера Гао. Что это на двери? Похоже, кто-то нарисовал на двери кучу даосских символов. Это странно. Она не заперта, но я не могу ее открыть. Короче, мне нужно моющее средство какое-то типа того. Целый год мы простояли, таскали вещи из этого кабинета туда-сюда. Неприятное воспоминание. Это механизм, управляющий дверью. Я не знакома с его устройством. Я могу пораниться. Вся дверь заколочена. Ну да, видите, все линейно. Одинокий нарцисс.
Хотя мы почти закончили обучение, мы ничего не знаем о нашем директоре. Как будто он проходит в школу в маске. Нарциссы умирают. Неужели никто не заботился о них? Ну, погнали. А, кто-то может звонить в такое время? Может быть, я смогу позвонить на помощь? Не знаю. А, теперь типа дверь открыта. Шкаф, заставленный книгами об истории лидерства и войны. Если я правильно помню, директор школы так тоже ветеран войны. Там, где красный цвет, это плохо. Вейк говорил, что хотел связаться с городскими. Может быть, они пытаются перезвонить? Алло, это ученица старшей школы, Гринфилд. Тут погиб человек, пожалуйста, пришлите помощь. Алло, меня кто-нибудь слышит? Фан, я жду тебя в кабинете психолога. Что? Это кто? Что, черт возьми, происходит? Кто это был? Откуда он узнал мое имя? Кабинет психолога на 3-м этаже. Вау, ха-ха-ха-ха. Испугались, я испугался. Скримак прямо в лицо. Спасибо. Это алтарь для молитвы. Сохранить прогресс? О, да, сохранить. Вы чувствуете себя облегченно. Карточка, разве она не должна быть заперта? Список наблюдаемых. Для чего они? Папка оказалась пустой. Если кто-то видел, там был спрятанный кадр. Скример. Да, там был скример. Короче, ясно, понятно. Мне страшно. Блин, ну тут в какой-то степени страшно, ничего нет. Меня убивает с 5 ударов. Хотя я не могу закрыть себе рот в этот момент. Заколочено. Вся стена в даосских защитных символах. Ничего не видно. Дверь наглухо заколочена. Решетка обмотана ключевой проволокой. Думаю, ее можно чем-нибудь обрезать. Да, только нужно найти. На листке написано «Умер молодым». Это классная комната Вэя. Я же разговаривала с Вэем совсем недавно. Что могло с ним случиться? Не знаю, давай попробуем зайти в класс. Блин, всегда нужно остерегаться скримеров. Скример — это самое жуткое в играх. Теперь ты совсем одна. Кто написал это? Место В. Как-то... Какая-то надпись на парте. Направь свои крылья. Бездежное небо. Он ведь был таким славным парнем. Листовка инструктора Бая. Добавлен в журнал. Азартные игры запрещены. Азартные игры запрещены. Школа запрещает любые виды азартных игр. Тех, кого ловят с поличным, немедленно исключают. Понятненько. Путь завален каким-то мусором. Похоже на сломанные парты и стулья из кабинетов. У туалет самое страшное в играх. Там всегда какая-то чертовщина. Раньше я могла здесь привести себя в порядок. Но теперь от этого места у меня только мурашки. Что это? Тут есть плоскогубцы? Моя голова, какая боль. Да и вид у меня ужасный. Как вы мог такой умереть? Я в опасности?
Белый олень, прошу, скажи, что мне снится кошмар. Не говори, что что-то ты слышишь. Забыла или просто боюсь вспомнить? Закрытым. Не думаю, что там кто-то есть. Дверь закрыта. Пятнами что-то это... Это плесень? Отвратительно. Почему здесь так противно? Пахнет гнилью. Я не хочу это открывать. Вся раковина в темно-красных пятнах. Что-то застряло в трубе. Откуда здесь игральный кубик? Потерянный кубик запрещен в школе как контрабандный товар. Садовые плоскогубцы, ими можно резать, стягивать и скручивать. Вот удар стекла, это был скример. Я не знаю, что это было. Я не хочу знать, что это было. Сейчас обрежу. Я не хочу знать, что это за херта. Так, медкабинет. На полу записка. Добавлен журнал. Подношение пищи. Рисунок подношения еды. Найдите в коридоре лечебницы. Так, возложите подношение в честь непрекаянных, а затем задержите дыхание и сразу уходите. Ага. Мне кажется, если я сейчас туда вернусь, меня убьют. О, повезло. Это алтарь, да. Получен предмет подношение пищи. Пища, оставленная мертвым. О, ключ. В углу видна тень. Поднять доски. Получен предмет. Ключ от склада препаратов. Ключ от склада медицинских препаратов. Найденные за таблицей проверки зрения. Хер знает, что это было, но сохранюсь. На столе лежат какие-то документы. Записи о пациентах. А, отчет из медкабинета. Каким-то образом ученик мог получить такие раны. Дата 20 апреля. Имя Хьюги Минг Чунг. Возраст 17. Полумужской. Состояние. В правой руке раздробленная кость. Сломано левое запястье. Ну, в принципе, да. Как это вообще возможно? Дверь заперта с другой стороны.
Не, лучше так пойду. Походу, я еду просрал. Плохо. А тут еще есть. О, тут еще есть. Оказывается, это чисто для этой девчули. Фу, хорошо, что для таких тупых, как я, здесь. Создана эта херня. Так, склад, подожди. Он заперт, мне нужен ключ. Открыто, все. Аварийный душ и раковина для промывания глаз. В резервуаре с водой что-то есть. Очередная игральная кость. Два кубика. Змеиные глаза называется. Хер это. Из металлической трубки достается резкий запах. Это растворитель для краски? Угу, для двери как раз пойдет. Здесь нет ничего интересного. Так, открытая дверь. Теперь сюда можно зайти. Что это за проход? Сразу утекаем. Так, короче, здесь у нас будет постоянно халявная еда. Не понял. Через девку-призрак мне по-любому идти надо, да, будет? А есть какие-то цели у меня? На третий этаж, да, мне нужно вообще пойти? Эта херня еще пропадает, еда. А, я лучше сразу на третий пойду. Не знаю, что здесь происходит. Я буду просто идти сразу в комнаты. Так, на весь класс только одна парта и стул. Они... навевает ощущение одиночества. На столе вырезаны какие-то метки. Похоже, это символы, но их едва видно. Растворитель поможет? Не получается. Понял, спасибо. Короче, я понял, третий этаж мне вообще не нужен. Если меня убьют, я все равно появлюсь на втором. И в принципе нормально. А, она куда идет, она туда телепортируется. Так, мне нужен первый этаж, в принципе. Да, давайте скажите мне, что она здесь. Так, ладно, сразу сохранюсь. Пока рядышком. Блин, а как мне тогда... Это дух опасен, но это дух опасен тем, что он телепортируется. Мне кажется, она еду недолго будет хавать, поэтому лучше бежать сразу. Так, это должно помочь избавиться от символов. О, слышите, все, она начала идти.
Да, карта страны. Мы заучивали название всех провинций для уроков географии. Забавно, я даже и наш крохотный городок толком не знаю. В чем же смысл знать столь отдаленные места? Почему этот нож воткнут в стол? Несмотря на ржавчину, он кажется острым. Стол... Так, стол безнадежно испорчен. Кто-то затыкал его ножом. Может, мистер Га? Стол безнадежно... Так, понятно. Бесплатный календарь. Их раздавали в городском управлении. Такой есть у каждой семьи. Плакат со знаменитостью. Лезвие сильно проржавело. Ведро с водой. Внутри что-то есть. Еще кубик. Три кубика. Так, но ведра покрыта темными пятнами. Этот запах. И вьющие насекомые. Лучше туда не смотреть, а то меня стошнит. Теперь у меня три игральных кости. Кинуть игральные кости. А, это вообще зубы. Что это? Зубы? Ну я же держала кубики. Цифры, не может быть. Я уверена, что это были кубики, когда я их кидала. Так, 6, 2, 3. Кубики, зубы. Ага, нет, записка. Упав в чашу кубики, превратились в зубы. Может быть, цифры имеют какое-то значение? Возможно. Скримак. Что это за звук? Чашка откалывается от стола. Скримак. А не. Чаша, найденная в кабинете мистера Гао, используется для азартных игр. Комната наполнена заостренным... Так, наполнен застарелый запах алкоголя и табака. Мне трудно дышать. А теперь давайте думать, как мы будем с вами. На табуретке лежит записка. Рисунок перерезанного горла, найден в комнате мистера Гао. Пророчество исполнится, когда кровь невинных будет принесена в жертву. Так, она что-то сказала, но я, кажется, упустил. Так, начнем с того, что у меня есть миска, у меня есть ножик. Я могу ему, тому парню по-любому перерезать уже горло. А что делать с кубиками, я так и не понял. Также мне нужен очиститель, либо еще какая-то тряпка, чтобы вымыть парту. Парта у нас была на третьем. Или на каком, я уже не помню. Давайте я сбегаю, сохранюсь, и мы закончим. Странный кодовый замок. Его не открыть, пока я не пойму, как читать эти странные символы. А символы находятся как раз вот там у нас на третьем этаже. Найс. Сосибибу. Где сейф? Мне нужен чертов сейф. Вы заставляете меня это делать?
Ах. Кровь стекает в миску. Чаша с кровью. Он открыл глазки, я видел. Мне так жаль. Я не знаю, что еще можно сделать. Ну да, в принципе, мы ему порезали горло, поэтому... Так, тут есть сейф. Я сохраниться хочу. Я хочу сохраниться, потому что уже конец времени. Если вдруг там будет что-то еще, либо уже скоро конец, то, в принципе, можно будет скоро закончить. Ножик я думал вообще сюда использовать. Так, подожди, а кровь нам для чего? Блин, а где может быть сейф? Вспоминай. Все, пососи. Так, кабинет директора. Я зайду, сохранюсь. Ребята, сделаем таким образом. Если дальше там уже ничего такого нету, мы тогда закончим. Если что есть, то я просто склею. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.